Так, ребят, всем привет! С вами Громакина Ярославна, блог наш дети.ру. Сегодня я хочу вам показать, как пользоваться программой Canva. Canva – это очень хороший фоторедактор для создания, например, промо-постов для таргетированной рекламы ВКонтакте, а также для любых картинок в ваших социальных сетях. Так, мы заходим на сайт canva.com. Как им пользоваться? Вы вначале можете выбрать любой дизайн. Презентация, плакат, фон для Facebook и так далее, так далее, так далее. Все, что вы делаете, оно у вас сохраняется вот здесь. Да? Можно выбрать какой-то определенный стиль. Вот для YouTube я делаю в таком стиле. Обязательно у меня слева розово, на розовом фоне идет какая-то надпись и картиночка. Можно сделать обложку для книги, можно делать картинки для ваших постов ВКонтакте и так далее. Вот, как работаем? Выбираете вначале дизайн. Если вы хотите сделать какие-то определенные размеры, например, не хотите искать, как выглядит там промо-пост, но знаете размеры, щелкаете вот сюда, использовать специальные размеры. Если вы хотите создать что-то другое, вот щелкаем еще, выбираете, что вам нужно. В принципе, здесь большой перечень различных шаблонов. Ну, что мы можем выбрать? Так, давайте с вами выберем, наверное, запись в Facebook. Я думаю, размер здесь будет очень похож на размер, как из ВКонтакте, да? Ну, вот. К примеру, вот что, не знаю, какая вам больше нравится. Ну, давайте вот эту выберем. Вот. Вы можете загружать свое изображение. Щелкаете «Мое». И вот здесь добавить собственное изображение. У меня уже добавлено определенное собственное изображение, поэтому я могу щелкнуть на любое. Ой, пардон, здесь оно не нужно. Да? Вот это мы, например, уберем. И попробуем поставить сюда тетеньку. Все. Все, мне нравится. Далее. Мы работаем, например, что можно сделать? Вот вы видите, у нас вот так вот стоит, значит, квадратик, ага, с фоном вот такого цвета. И фон можно заменить. Например, он вам не нравится, вы хотите сделать другой. Выбираете любой, какой вам больше нравится. Можете добавить вот с такой палитры. Угу. Что, ребят, какой цвет оставим? Давайте вот такой по цвету рупора. Теперь смотрим надпись. А, к тому, что еще я хотела сразу сказать, пока не забыла. Вы можете сделать фон, картинку, все что угодно. Можно сделать, изменить прозрачность. Вот у вас будет так меняться прозрачность, да, вашего фона. Вот. Вот хотите, чтобы женщину было видно. Вот. Или хотите, чтобы он скрывал полностью. Вот. Угу. С картинкой можно делать то же самое. Так. Надписи. Здесь у нас уже, ну, как шаблон, поэтому было все добавлено. Я вам покажу, что здесь можно все менять, потом покажу, как вообще добавлять надпись. Печатаете, да? Ну, обычно, как хотите. А все это можно легко менять. Единственное, что здесь шрифты, они идут у нас на адаптированы под английский язык, поэтому не все они будут выглядеть так, как были на английском. Подбирайте те, которые подходят для русского, для английского. Ну, это надо просто либо знать, либо методом тыка. Ну, естественно, шрифт, размеры можно изменять. Вот. Вот где мы меняем шрифты. Вот мы меняем размеры. Да, например. Можно сделать другого цвета. Белый, ну, вам не нравится, сделайте синий. Можно сделать жирным, или он был жирным у нас, да? Обычный курсив. Можно сделать посередине текста. И можно сделать большими буквами. То есть капслок не нажали вовремя, но можете в любой момент нажать вот эти две большие буквы, и у вас станет все заглавными буквами написано. Интервалы в тексте, кстати, сейчас покажу тоже.
вот интервалы можно менять, межбуквенный интервал делать большие, да, широкий, пробел между буквами совсем маленький. И высота строки также мы меняем. Выше, ниже, как хотите. Так, что еще? Какие еще есть функции? Смотрим. Элементы добавить. Вот хочу добавить я, например, не знаю, фигуру какую-нибудь. Сейчас найду, что мне нравится. Ну, вообще, обязательно смотрите, когда выбираете какую-то картинку, чтобы было написано бесплатно. Потому что если вы выберете, где не бесплатно стоит, то обычно там $1 или какая-то другая сумма. Ну, просто покажу, как добавить фигуру. Для чего мы добавляем фигуру? Например, тот же квадрат. Вот вы добавили квадрат, потому что вы хотите, не знаю, здесь написать, что там... Скидка какая-нибудь, да, 20%, например, кричит она. Вот вы добавили фигуру. Она у вас будет просто как подложка, чтобы контрастировать. Потом выбираете текст. Текст можно выбрать, вот любой шаблон, можете выбрать вот заголовок, подзаголовок или основной текст. Ну, давайте выберем заголовок. Заголовок, напишем что-нибудь там, скидка, там, не знаю, 20%. Да, и сделаем это, например, все дело белым. Белый, белый, белый. Угу. И давайте теперь сдвинем эту картинку. Сдвинем эту картинку вот сюда. Мы так сделали, чтобы было нам поконтрастнее. Видите, здесь все размечается. Когда я двигаю, замечайте, что появляются такие сетки. Они появляются для того, чтобы вы могли прямо по центру подстроить свою надпись. Еще раз покажу. Вот я двигаю, вот центр появился. А сейчас ниже, вот, да? Все, четко в центре. Угу. Бум-бум. Можно сделать, ну, конечно же, побольше там размер, какой вы хотите, чтобы он лучше был виден, да, на вашем квадратике. И поставить ровно. Вот, например, так. Не нравится вам такой квадрат, что сильно яркий? Опять-таки, можете сделать, говорю, его посветлее. Вот так. Элементы какие еще есть? Так, это мы посмотрели, фигуру добавить. Можно добавить любые картинки бесплатно. Здесь большой выбор картинок. Чтобы найти картинку, вот здесь вводите слово. Например, не знаю, женщина, кошка. И вот вам пошли картинки. Обязательно смотрите бесплатное слово, да? Хоп. Ну, уменьшать, увеличивать, все легко и просто. Вот. Да? Так, это были картинки. Смотрим еще, что здесь есть. Сетки. Ну, сетки это просто макеты наши размечать. Рамки. Рамки, ну, понятно, да? Делаем рамки любые. Абсолютно любые рамки. Какую хотите. Надо было до этого делать, начали рамку, потом в нее вставлять. Так, дальше смотрим, что у нас еще тут есть. Фигуры. Фигуры, по-моему, я щелкала. Не нашла, что хотела. Линии. Можно добавлять линии. Вот хотите сделать, например, что-нибудь. Разграничить линиями. Вот, посмотрите, какие бывают линии, всякие разные. Все это крутится, все это меняется цвета на те, какие вы хотите. Иллюстрации. Иллюстрации это как штампы. Ну, вот взяли и сделали. Оп. Так, значки. Значит, я, наверное, хотела значки больше показать вам. Значки, значки, значки. Нет, не значки. С него у нас за деньги пошли. А, еще у нас показывает женщина, да? Кошка. Берем.
Так, ага, бандикам закончилось 10 минут. Продолжаем дальше. Очки. Ух ты, смотрите, какая. Прям моя. Один в один тот же рупор, та же одежда. Только смотрит. Класс. Ладно. Элементы. Диаграмму. А, ну да, можете добавить диаграмму. И я люблю канва. Я вам хотела какой-то найти значок показать, и почему-то не могу. Где же он? Ну, это нужно искать. Я вообще хотела сюда добавить такой значок. Облачко. Облачко мне, может, не по глазам. Как будто тетенька у нас что-то кричит. Не вижу, к сожалению. К сожалению, не вижу. Прям жаль. Ах-ха-ха-ха. Фигурок нету. Ладно, текст. Текст я уже показала, как работать фон. Изначально, если вы хотите работать с каким-то фоном, ну, вы выбираете себе макет и делаете фон. А, так. Вот. Выбрали себе какой-то макет. И выбираете фон. Вот. Понятно. Если вы хотите работать с самой фотографией, делаете фильтр. Здесь не очень, конечно, видно. Ну-ка. Вернемся. Вот сюда фильтр. Яркость можете. Посмотрите, здесь есть разные шаблоны. Можете сделать, вообще выбрать разные шаблоны абсолютно. Какой вам больше нравится? Ну, вот такой. Да? Можем вернуть обычный и делать уже, редактировать расширенные параметры. Во-первых, яркость поменять. Можете сделать очень ярко или тускло, да? Контраст. Смотрите, как вам нравится. Насыщенность цвета. Тоже меняйте. Оттенки можете сделать. У нас сейчас в оранжевых цветах можете сделать, не знаю, больше синего, желтого, красного, какого угодно. Размытие. Ну, размытие это классно, когда вам нужно выделить, да, что-то более там, какое-нибудь там, больше слова, да. А сзади у вас какая-то картинка размытая, причем. Угу. Кросс-процесс и виньетка, но это затемняется у нас, видите, в углах, как будто она такая потрепанная. Вот так. Что еще? Обрезать. Ну, понятно, что можно обрезать, конечно, как вам нравится, как вам угодно, можете обрезать. Нравится вам такая женщина? Давайте ее растянем. Делаем, да. Перевернуть можете. Отзеркалить, как бы, да, отражение по горизонтали. Отражение по вертикали вниз головой. Оп. Интервалы, интервалы. Что у нас такое? А, понятно. Угу. Можете, например, что-то копировать. Копировать у вас тут же ставится. О, за ручку пошли в магазин. Для того, чтобы сохранить, вы жмете «Скачать». Вам предлагают разные форматы файлов. Я обычно сохраняю JPEG или PNG, рекомендуется, и PDF, стандартный или для печати. Нажимаете, и у вас будет скачан. В принципе, все. Это основы основ, азы, так сказать. Надеюсь, я вам была полезна. С вами была Громакина Ярославна.
blognashidete.ru. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Пишите, что вас вообще интересует в конве или, может быть, в любой интернет-программе, с которой я знакома, я сделаю обзор на нее. До новых встреч! Конваком. Заходим в конваком. Сейчас я расскажу о том, как работать с ней. Да? Вот. Ну, тут у меня уже есть некоторые шаблоны. Для шаблона для YouTube у меня выглядит примерно однотипно, да? Как настроить чат-бота, например, ВКонтакте с нуля идеала, да? Для того, чтобы сделать копию, нажимаете вот на эту стрелку и жмете «Сделать копию». У вас появится копия. Я копию делать не буду, вот у меня уже есть одна. Покажу, как работать в конве. Вы вообще можете выбрать любой макет. У меня макет выбран вот такой. Можете выбрать корпоративные цвета. Но об этом потом. Сюда я ставлю всегда фотографию. Сюда у меня на розовом фоне идет надпись. Шрифты двух видов. Тонкий сверху название канала. Затем крупный шрифт. Итак, что можно здесь делать? Здесь можно работать с самой фотографией. Вообще канва обычно обрезает сама. Это умная обрезка. Но если вы хотите изменить фотографию, по ней нужно щелкнуть два раза. Вот я щелкнула два раза и могу теперь работать с фотографией. Допустим, такой размер мне не очень интересен. И я хочу сделать его более... немножко другим, да? Ну вот хочу я, например... вот так обрезать. Это очень узкая фотография. Сильно ее не могу пока шевелить, да. Ну вот, если я хочу так поставить, еще куда? Так. Давайте вернемся назад. Я возьму другую какую-нибудь фотографию. Например, вот эту. Здесь она пошире. Это было с телефона. Еще раз, да. Щелкаем два раза. И, допустим, фотографию. Да, вы можете ее вот растянуть, например, ставить, как вам больше нравится. Допустим, я вот так хочу, да. Щелкаю на галочку, да. Вот она у меня будет выглядеть вот так. Далее. Если мы работаем с текстом, щелкаем по тексту и меняем его как нам угодно. Чтобы изменить цвет, вот, пожалуйста, выделяем сам текст и меняем цвет. Вот у меня корпоративные цвета есть, в принципе. Ну, здесь у меня черный шрифт написан, можно изменить цвет на любой другой. Угу. Так, хорошо. Со шрифтом, ну, понятно. Сам шрифт меняем вот здесь. Самое интересное это то, что шрифты здесь в основном подобраны под английский язык. И когда вы переходите на русский, они все выглядят очень однотипно. Шрифты можно закачивать свои собственные. Но если выбирать из этих, смотрите, как они будут у вас в итоге выходить. Изменить размер шрифта вот. Да? Понятно. Далее, давайте зайдем. Зайдем еще раз на нашу страницу. Вот, если вы выбрали какой-то шаблон, допустим, этот шаблон я выбрала, я уже, правда, его изменяла. Так, беру все лишнее. Такой шаблон у меня был выбран. Вот, вот он, да? Видите, как он был изначально. Ну, давайте вообще с самого начала с ним поэкспериментируем. Мы просто откроем другой шаблон. Вот ваш шаблон. Вы можете все элементы изменять так, как вам больше нравится, перетаскивая их. Да? Также вы можете менять цвета у элементов. Не нравится вам красный карандаш, делайте его
Так, это контур у нас стал синим. Слишком мелко. Может быть, нельзя так поменять. Ладно. Пока яблоко. Ага, меняем контур пока. А вот что. Ой. Интересно, как. Все заменили. Все, что можно. Ясно. Можно менять цвета. Да. Вот. Можно. Заменять надпись. Надпись также. Можно менять цвет. Надпись можно ставить сбоку, в середине. Здесь почему-то отсутствует ажурное. Вообще иногда на некоторых шрифтах можно сделать ажурным, курсивом. Все большими буквами. Здорово, да? Не надо нажимать на капслог и печатать. Можно печатать обычным и вам сделать все большими буквами. Список. Интервалы. Интервалы вы можете менять так. Привет. Напишем, дорогая. Интервалы можно менять как межбуквенный, да, растягивать. Так и высоту строки. Забыла, что это значит, ладно. Затем, что здесь есть интересного, вы можете делать надпись на подложке. То есть, если у вас, допустим, есть какое-то поле. Вот, допустим, у меня освободилось тут оранжевое поле, и я хочу на нем написать, допустим, оранжевыми буквами «Привет, дорогая». Ну, вот так. Не очень видно будет. Что вы можете сделать? Вы можете выбрать элементы и фигуры. Выбираете фигуру. Но обычно можно взять какой-нибудь квадрат или круг. Но раз квадрат у нас есть, давайте возьмем круг. Вот возьмем такой круг. На каком цвете будет у нас видна надпись «Привет, дорогая»? Вот, да? Ну, так ставили. И так не получится. Выбираем текст и вставляем текст. Например, мама. Да? Перемещаем его сюда и меняем цвет на что, на оранжевый, там мы хотели. Вот так. Ну, также редактируйте, как вам нужно. Можно делать, допустим, это все полупрозрачным. Вот прозрачность у нас сейчас стоит 100%. Можно сделать полупрозрачным вообще, да? Как хотите. Можно сделать полупрозрачным текст сам. Также. Если только текст меняет цвет. Полупрозрачность можно менять на практически на все. Это очень интересно, да? Вот. Можно какой-то элемент вы сделали, можете его копировать. Вам надо много, чтобы не искать эти круги где-то. Так, ребят, продолжаем. Бандикам 10 минут закончилось. Продолжаем работать с канвой. Итак, ну как менять размер, я показала, да.
Как делать полупрозрачность, тоже понятно. Вот эта кнопочка. Копировать, копировать, понятно. Да? Удаляем backspace. Кнопочка назад. Что еще здесь есть? Ну, например, можно взять фото и сделать фильтр. Обычный кали драма пейдж. Эпик. Фильтров много. Можете поэкспериментировать сами. Какие-то теплые тона, да? Ух ты, прикольно. Вот. Вот обычно. Яркость, контраст то же самое. Можете менять сами яркость, как хотите. И контраст. Да. Можете и яркость, и контраст. Если щелкнуть на расширенные параметры, видите, да, мы куда ушли. Насыщенность, да? Очень ярко. Оттенки. В разных тонах, да? Размытие. Это, например, здорово, если вы хотите подчеркнуть, допустим, надпись, а фон, чтобы у вас был такой размытый. Здорово. Очень четко. Кросс-процесс. Пересечение. И виньетка. Можете сами, в принципе, поэкспериментировать здесь. С фильтрами. Так, что у нас еще есть? У нас есть функция обрезать. Не нравится вам вот такая фотография. Хотите по-другому. Да? Не хочу, чтобы так. Вот так хочу. Вот так. Перевернуть. Вы можете повернуть фотографию по горизонтали, то есть сделать ее зеркальным отображением. Можете по вертикали. Как тормашка. Интервалы. Цвета. Ох, и пропала моя фотография. Так, интересно. Можно сюда отменить, да? Угу. Что еще интересного вам показать? Так, так, так. Ну вот фон. Фон, понятно, можно всегда сделать свой. То есть вам нравится ваша фотография, можете ее заменить на какой-то другой. Не хочет. В макет заходите, выбираете другой макет. Ой, пардон. Нет, наверное, тут. Да. Вот, выбираете фон. Какой хотите. Всегда обращайте внимание, чтобы было написано бесплатно. Потому что если вы уйдете куда-то вниз и будет очень крутой фон, то это за доллары, видите? $1, $1. Бесплатный фон. Текст. Ну, я уже показывала, можно выбрать крупный заголовок. Подзаголовок будет поменьше, и основной текст еще меньше.
Затем текст можно выбирать и вот такого формата. Видите? Все это меняется. Каждый шрифт отдельно. Можно менять. Элементы. Сетки. Ну, там вы делаете как бы коллаж, рамки. Понятно, это рамка. Фигуры. Очень удобно на фигуру. Фигуру мне делать подложки, как я уже показывала, к тексту. Либо делать какой-то логотип с помощью фигур. Линии тоже неплохо. Можно создавать, да, разные дизайны. Оп. Иллюстрации. Такие еще бывают иллюстрации, например, надо искать, конечно. Вот облачко, тоже замечательная иллюстрация. Вы можете, не знаю, сделать фигурку здесь человечка или вот рыбка у нас что-то кричит, да? А, вот как поменять красный цвет. Пардон, я там что-то не могла допеть. Вот, например, сделали белое. И вот пишем здесь какой-то текст. Упс. Это можно также менять. Вот. Элементы. Пока основные функции я показала, как работать в конве, для того чтобы сохранить фотографию, вы просто нажимаете скачать. Вам будут предложены разные размеры, типы файла. Я обычно выбираю JPEG, можно PNG. В зависимости от того, что вы хотите делать. Все, фотография ваша скачивается. Все ваши макеты, они остаются у вас. Вот здесь. В ваших сохраненных дизайнах. И вы всегда можете потом менять. Если вы делаете все, допустим, однотипно, как заставка на YouTube-канал, это очень удобно. Всем спасибо, с вами была Громакина Ярославна. Подписывайтесь на канал «Наши дети». Пока!